Между тем, эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдельдинов считает, что дефицит топлива в Казахстане может стать хроническим. Ситуация с его нехваткой, по словам эксперта, повторяется несколько раз в год. Из-за низкой стоимости спрос продолжает расти. Причина кроется в госрегулировании цен на этот вид сырья. Именно эта мера приводит к постоянному дефициту. По мнению Байдельдинова, нужна топливная конкуренция. Потребление, которое есть в нашей стране, он ежегодно растет, потому что межтопливная конкуренция сейчас, она дисбалансирована. Как правило, сжиженный газ стоит примерно на 20-30% дешевле, чем бензин. Когда этот ресурс кратно дешевле бензина, естественно, все начинают переходить на него. Долгие годы сдерживания цен на этот ресурс, на этот вид топлива, привели к тому, что кратно выросло его потребление.